Несмотря на то, что по миру уже вовсю шагает оперативная память DDR5, самыми популярными и адекватными остаются сборки на старой доброй DDR4. Разница в тестах пока еще не настолько велика, чего не скажешь о цене. А наши люди в булочную на такси не ездят, поэтому идут на Алик и покупают самую дешевую оперативку. После двух роликов о дешевом китайском флеше мы просто не могли пройти мимо и накупили аж 7 популярных комплектов ОЗУ из Поднебесной. И не ошиблись, китайские инженеры преподнесли много сюрпризов. Было все. И модули, не стартующие из коробки, и планки без общепризнанных спецификаций, ноунеймы, набранные из чипов разных партий. Был даже один истинный алмаз, чуть не взявший планку в 4 ГГц. В общем, на связи МК, сегодня погружаемся в оперативную отбраковку. Пробежимся по подопытным. Мы купили память от самых популярных брендов на AliExpress. Тут у нас Clicer, Gale, Jazer, Tanbash, Atermeter, King Bang и на закуску Суньхунь. Джонг Кин Шэнг. Все модули отбирались по цене и частотам не дороже 1200-1300 рублей за 8 гигабайт DDR4 3200. Исключение только одно, это King Bang, который предложил за 1600 рублей аж 16-гигабайтный модуль с XMP на 3600 МГц, мимо чего мы пройти не смогли. И к слову, эти плашки нас очень удивили. Вся эта братья тестировалась на инженерном i9-9900K с релизным степпингом вместе с платой Asus ROG Strix Z370F. Такая связка без проблем работает с ОЗУ на частотах выше 4000 МГц, так что уж из рисовой оперативки она точно выжила все. Начнем с модуля от Clicer, который делает все. И видеокарты, и памяти, и SSD, и даже платы. Это такой продвинутый китайский переклейщик шильдиков на сомнительной продукции. И тем интереснее, что скрывается в их ОЗУ. В описании нам обещают ручную проверку каждой планки, а также работу на 3200 МГц, 22 тайминги на 1,2 вольта. То есть фактически это сертификация JEDEC. Еще пишут про радиаторы с лучшими характеристиками теплового излучения и возможностью разгона. Что из этого правда? Да ничего. Но для начала коробка. По ней сразу можно понять, какие модули находятся внутри. На бумаге производитель обещает аж 3 года гарантии. При этом грани коробки заклеены фирменным скотчем Clicer, что прямо указывает, что продукция – удар качества. Внутри, как и обещали, два модуля 3200 с 22 таймингами. Но первое, что замечаешь, взяв такой Clicer в руки, оперативка очень легкая. Радиатор хоть и не пластиковый, металлический, проводит ток, мы проверили мультиметром, но он настолько тонкий, что если сделать тоньше, будет просто фольга. Конечно, для охлаждения стоковой DDR4 даже этого и не нужно, но ведь нам обещали крутые радиаторы под разгон. А если присмотреться, этот псевдорадиатор буквально касается одного из CMD элементов. Краска ток не проводит, но если вдруг не повезет, будет царапина или не прокрас, есть шанс, что китайский модуль заберет с собой процессор или плату. В общем, от греха подальше лучше радиатор слегка отогнуть или же нанести на конденсатор изоленту. Ставим шахид планки в ПК. Компьютер запустился, загрузил систему, но при попытке открыть хоть что-то тяжелее проводника, моментально падает в ошибку. А ведь нам обещали протестированные вручную модули. Придется заходить в BIOS и разбираться. А там картина безрадостная. Производитель модулей не прописан, китайцы не осилили прошивку контроллера SPD, XMP профиля нет, впрочем, его и не обещали. Заходим в тайминги и видим HCL17, хотя на плашках прописаны гораздо худшие 22-е задержки. Получается, китайцы обманули в плюс? Для проверки этого приходится выставить напряжение 1,35 вольта. Увы, видимо, для установленных чипов 3200 МГц это уже разгон, так что обойтись стандартными 1,2 не получится. Теперь система загрузилась и можно поизучать информацию об ОЗУ из CPU Z и AIDA64. Обе утилиты видят, что память от Clicer, но вот определить производителя чипов не могут. Но не это удивило больше всего. Обе утилиты видят JEDEC только до 2600 МГц, тогда как память из коробки сама завелась на 3200.
как такое возможно? Тут стоит вспомнить, что такое JEDEC. Это консорциум инженеров, которые уже больше 60 лет разрабатывают множество стандартов в электронике, в том числе это и касается оперативной памяти. Стандарт ОЗУ JEDEC используют и понимают все крупные производители материнок, процессоров и памяти. И, например, в случае с DDR4 он включает в себя несколько десятков профилей с частотами от 1600 до 3200 МГц и таймингами от 10 до 24, строго при напряжении в 1,2 вольта. Каждый производитель памяти, который хочет, чтобы его модули заработали на любых платах, зашивает в специальную микросхему SPD те JEDEC-профили, которые поддерживают его планки. Это гарантирует, что и процессоры, и плата смогут выбрать профиль с той частотой и таймингами, с которыми они все втроем точно подружатся. Собственно, именно этим JEDEC и отличается от XMP, DOCP или EXPO. Последние три — это такие же профили о частоте, таймингах и напряжении, но уже за пределами стандарта JEDEC, то есть они считаются разгоном и стабильность их работы не гарантируется. Вернемся к нашим клисрам, которые не имеют ни JEDEC, ни XMP на частоте 3200. То есть китайские инженеры зашили эту частоту в модуль в обход международных стандартов. При этом они забыли указать тайминги. Как итог, материнская плата была вынуждена подбирать их сама, выбрав 17-й, это выходит за пределы JEDEC, который при частоте 3200 и напряжению в 1,2 вольта гарантирует стабильность лишь при 20-х задержках и выше. Поэтому стабильности из коробки и не было. Более того, как показало тестирование, даже при 1,35 вольтах с 17-ми таймингами память в тест-меме оказалась нестабильной. Пришлось снова лезть в BIOS и ставить уже 18-е. В таком режиме клисеры работают нормально, они выдерживают один цикл жесткого абсолют профиля в тест-меме, что гарантирует стабильную работу в большинстве рабочих задач. Бенчмарк памяти в AIDA 64 выдал порядка 45 ГБ в секунду на чтение и запись при задержках в 52 наносекунды. Для 3200 МГц результат неплохой, но отнюдь не рекордный. Увы, это предел данных модулей. Даже 3400 при 18-х таймингах оказались нестабильными, а поднимать их выше уже не имеет смысла, это больно ударит по задержкам. Распотрошим это чудо и заглянем под радиаторы из титаниума. Я не стал этого делать сразу, так как есть шанс оставить на термоскотче парочку чипов. Теперь уже не жалко. На первый взгляд все отлично. Чипы производства SAC, то есть Samsung. Но вот присмотревшись, можно заметить, что все они разных партий с разными датакодами. Более того, часть чипов явно ужарена сильнее, это видно по цвету. То есть клисер набрала разных чипов памяти Samsung, возможно, с десктопных модулей или ASIC-ов, может, часть трудилась в ноутбуках. И очевидно, что при таком подходе ни о каком разгоне речи больше нет. Тут скорее стоит вопрос, сколько такая память вообще протянет. Короче говоря, клисер идет в мусор. А следующие на очереди простые черные планки от Tanbash. В описании продавца традиционно громкие лозунги об отличной стабильности и высокой производительности. Радует, что производитель честно, не скрывая, написал, что все чипы берет откуда попало. И тут тоже нет ни слова об XMP профиле. Получается, нас ждет JEDEC на 3200 с 22-ми таймингами. А вот и нет. Наклейка на модуле твердо и четко говорит, что XMP профиль все же есть. При этом видно, что коробка используется для всех типов модулей одинаковая, и внутри только планка в отвратительно отлитом черном пластиковом кейсе. Чипы радиатором тут не прикрыты, их производитель также Samsung. Более подробное изучение дает понять, что Tanbash пошел по пути клисера. Все они разных партий, к тому же с царапинами, а значит явно БУ. Ну что ж, давайте тестировать. Компьютер с Tanbash'ом стартует без проблем, и в BIOS'е действительно виден XMP профиль на 3200 с конскими 19-ми таймингами. При этом производитель памяти не определяется, так что инженеры Tanbash'а, как и клисера, правильно заполнять SPD профиль пока не научились. XMP применяется без проблем, и тест памяти в AIDA 64 показывает абсолютно ожидаемые 45 ГБ в секунду на чтение и запись при таймингах на уровне 53 наносекунд. При этом утилита уже видит, что память в данном случае действительно Tanbash, а чипы Samsung, да еще и якобы свежие, середины 23 года. Прогон тест-мема на жестком абсолютном профиле также показывает полную стабильность.
Что ж, получается, что в данном случае китайцы не обманули. И даже наоборот. Есть легкий разгон в один клик благодаря XMP, хотя его нам и не обещали. Но 3200 на 19-х таймингах – это грустно. 3600 с ними же уже веселей, но увы, тест-мем быстро начинает сыпать ошибками, даже с учетом того, что я чутка накинул напряжение в биосе до 1,4 вольта. А вот 3500 МГц с такими же таймингами оказались абсолютно стабильными, но вот ужимать их дальше уже не вышло. Как итог, скорости чтения и записи в AIDA подросли до 48-50 ГБ в секунду, а задержка упала ниже 50 наносекунд. Результат для памяти по 1300 рублей за модуль неплохой. Обычные плашки на 2400 МГц на такое не способны, но есть два нюанса. Во-первых, чипы в разнобой, а сам производитель говорит, что используют не только Samsung, но и Micron, Hynix и Nanya. А значит, вам может попасться модуль хуже, а может и лучше. Но уж через полгода шанс докупить второй комплект из пары модулей и получить 4 одинаковых планки будет сродни выигрышу в лотерею, только кремниевую. К тому же стоит держать в уме, что используются явно БУ-чипы, уже где-то отработавшие, а информация в AIDA о том, что они были выпущены в начале августа, ложная, так как заказ на Али был сделан буквально парой недель позже. Где они до этого трудились, сколько им лет, сколько еще протянут, вопрос открыт. И во-вторых, модули идут без радиаторов. Да, стоковая DDR4 на 1,2 вольта достаточно холодная и без проблем может обходиться без дополнительного отвода тепла. Но вот разогнанным модулем с бэушными чипами на 1,4 вольта радиатор явно не помешает. Общий вердикт – модули хлам, брать не стоит. На очереди единственные из всего набора 16-гигабайтные модули от Kingbank, да еще и на 3600 МГц. Продавец специально подчеркивает, что они поддерживают XMP-профиль, но при этом, что любопытно, в описании несколько раз упоминается информация о том, что память не подходит для платформы AMD. И это странно. Про такую особенность в DDR2 и DDR3 мы знаем, но чтобы в DDR4, даже в интернете об этом нет ни слова. Но едва ли продавец сам бы себя лишил прибыли. Видимо, эти модули действительно имеют какие-то урезания, которые могут не позволить им работать на платах AMD. У нас компьютер на Intel, проблем быть не должно. И первое, что бросается в глаза на коробке, надпись «Широкая совместимость». Это биполярное расстройство? Изучив коробку, становится понятно, что производителю было лень делать отдельные кейсы для каждого типа модулей. Тут общая для всех наклейка Kingbank. Сами модули хоть и имеют радиатор, но снова почти из фольги. Более того, с той же особенностью, что и у клисров. Металл практически касается одного из CMD элементов на плате. Переходим к тестам. Сразу заходим в BIOS и видим все ту же картину. Модули производства X3 Entertainment, но зато действительно есть XMP-профиль на 3600 МГц с 18 таймингами, который без проблем применяется. В AIDA 64 память уже определяется. Производитель Kingbank, а чипы снова от Samsung, снова якобы свежак начала августа. Правду нам покажет вскрытие, а XMP-профиль оказался полностью стабильным, на 50 ГБ в секунду на чтение и запись с задержками ниже 50 наносекунд, что можно назвать отличным уровнем комплекта на 32 ГБ ценой 3500 рублей. Пробуем разгон. И тут Kingbank приятно удивил. Все еще с безопасными 1,4 вольта память взяла 4000 МГц и даже прошла бенчмарк AIDA 64, выдав 53-55 ГБ в секунду, с задержками в 46 наносекунд, что просто отличный результат. Увы, в таком режиме она была нестабильна. Через час жесткого стресс-теста появилась пара ошибок. Конечно, может быть, в играх это и не скажется, но все еще я не могу рекомендовать оставлять хоть немного нестабильную память в ПК. Повышать тайминги уже не стоит, напряжение задирать на ноунейм планке тоже, значит остается снижение частоты до 3800 МГц. И вот в таком режиме после одного цикла тест-мема уже все отлично. Результаты в AIDA 64, конечно, слегка упали, 51-53 ГБ в секунду при задержках в 47 наносекунд, но все еще это достаточно неплохой уровень. Вскрытие модулей показало, что китайский подвальный производитель промаркировал своим именем каждый чип памяти. Но ранее AIDA 64 показала нам, что все чипы от Samsung. Зачем тогда было перебивать номера?
Да все просто, чтобы нельзя было понять, какие именно чипы стоят. Скорее всего, это тоже пересортится от разных партий, просто скрытая красивой ширмой. Поэтому рекомендовать брать такую память никак не могу, хоть она и стоит ощутимо дешевле аналогичных комплектов в рознице. Добавим в наши тесты немного огоньку. Красные планки от Jazer, которые много раз были в топе на Пеппере и набирали сотни тысяч лайков. Оно и понятно, 8 гигабайт на 3200 всего за 1000 рублей, это выглядит подарком. В описании нам обещают XMP на 3200, модули должны работать с AMD и Intel и при этом на напряжении в 1,2 вольта. При наличии XMP эта информация вызывает вопросы, но мы здесь специально, чтобы все это проверить. На упаковке Jazer сэкономили, просто пластиковые блистеры с бумажным вкладышем, на котором написаны основные характеристики. А вот что действительно удивило, здесь достаточно хорошие радиаторы. Да, до брендовых хайперов по весу они не дотягивают, но явно не фольга, как у других. Вставляем плашки и отправляемся в BIOS. Здесь уже без сюрпризов. Они определяются как ничейные, но вот XMP профиль на 3200 в наличии. И разумеется с напряжением в 1,35 вольта. Так что 1,2 в описании – ожидаемая ложь. Но даже это не самое худшее. Сильнее всего удивил тест AIDA64 в стоке. Всего 37-40 гигабайт в секунду при задержках в 55 наносекунд. И это при 18-х таймингах. Такой результат можно назвать хорошим для памяти на частоте 2666, но при 3200 хочется увидеть эдак на 5 гигабайт в секунду больше. Исправить несправедливость разгоном не получится. Модули нестабильны даже на 3400 с поднятием напряжения до 1,4, а вот на 3200 тайминги получилось ужать до 16, что подняло скорость чтения на пару гигабайт в секунду, а также снизило задержки до более приятных 51 наносекунда. В целом результат посредственный, но модули самые дешевые, всего 1000 рублей за штуку, посмотрим, что покажет вскрытие. AIDA нам бодро рапортует о свежем микроне, но вот внутри нас ждет Jazer. Да, ситуация как с Кингбанком, производитель не поленился и нанес на чипы свое имя, а значит ему есть что скрывать, и чипы снова имеют абсолютно разную историю происхождения. В итоге с учетом крайне низкой скорости для своих 3200 рекомендовать Jazer я не буду. Если бы они за ту же 1000 предложили хотя бы 45 гигабайт в секунду, это был бы уже отличный вариант. Но тут по сути результат обычных модулей на 2400-2666, которые можно без особых проблем найти за такой же прайс. Хотя с всего 4 банками памяти на сторону результат был ожидаем. Про чередование рангов Jazer явно решили забыть. Дальше на тесте модули от типичной небольшой китайской компании, которая решила не заморачиваться с коротким именем на латинице. Я бы прошел мимо нее, если бы не количество продаж, почти 15 тысяч штук. Хотя ценник не особо приятный. Комплект из двух модулей по 8 гигов на 3200 обошелся в 2800 рублей. Это одни из самых дорогих планок в тесте. Является ли в данном случае высокая цена синонимом топовости? Проверим, а для начала изучим описание. Нам обещают не только совместимость с AMD и Intel, но и с Xeon'ами. Более того, продавец зачем-то полез в дебри объяснения рангов, хотя не предполагает их выбор при покупке. XMP профиля тоже нет. Радует, что хотя бы честно предупреждает об использовании памяти от кого попало. При этом описание достаточно лаконичное. Нет ни одной фотошопленной картинки, как у других брендов. После такого описания не удивляет, что на коробке есть только трижды повторенное непроизносимое имя бренда и больше ничего. Наклейка на модулях проливает свет на характеристики. Нам обещают 3200 МГц, 22 тайминги на 1,2 вольта. То есть это четкое соответствие Jazer. Что радует. Радиатор из тонкосплавленного титаниума не касается никаких элементов на плате, так что сразу стартуем. В BIOS'е с интересом обнаруживаем, что Yongsheng действительно не производил эти модули, этим занималась компания Panram. Это старый китайский вендор, работающий почти 30 лет, и разумеется, он продает свои планки на сторону. XMP профиля, как и обещано, нет, при этом частота из коробки 3200 МГц, а напряжение 1,2. Смущают только тайминги, а не 19-й, то есть снова за пределами джедок. Но при этом система без проблем загрузилась в таком режиме, а AIDA64 подтвердила опасения.
Частота вновь зашита в модуль в нарушении джедек, который здесь идет только до 2900 МГц. Поэтому возникает вопрос китайцам. Зачем было писать на модуле про 22-е тайминги, если на деле в SPD они не были зашиты, и платы выбирают их самостоятельно? Хотя, вполне возможно, Йонгхиншеновые инженеры вообще не притрагивались к этим модулям. В системе они определяются просто с номером, скорее всего, от самого панрама. Как бы то ни было, в таком режиме модули стабильно проходят жесткий абсолют-тест памяти, да и к скоростям и задержкам в бенчмарке AIDA64 при T нет. 46-49 гигабайт в секунду и 55 наносекунд. Это можно назвать ожидаемым результатом для частоты в 3200 МГц при 19-х таймингах. При этом модулям не чужд и небольшой разгон. Подняв напряжение до 1,35 вольта, получилось достичь стабильной работы при 3400 МГц. В таком случае получается 48-51 гигабайт в секунду на чтение и запись, при задержках около 51 наносекунды. Увы, ужать тайминги не получилось, так что к Йонгхиншенгу еще один вопрос. А что в вашей памяти такого крутого, что вы просите на 40% больше денег, чем тот же Джазер? Возможно, ответ кроется под радиатором. А там сплошное разочарование. От такого крупного вендора, как Panram, я ждал пусть и дешевых, но новых чипов. Но нет, здесь все та же пересортица чипов Samsung разной степени ужарки. То есть фактически Йонгхиншенги ничем не отличаются от Танбаша или Клисера по качеству, но при этом первые оказались самыми наглыми и выставили максимальный ценник. Поэтому вердикт тут прост. Паль брать не стоит. Тут у нас еще один производитель плат под Xeony, который отличился и выпуском ОЗУ. Модули от Атермитера отлично продаются на Алике. В нескольких лотах наберется под 50 тысяч продаж, так что мы не могли пройти мимо и заказали парочку модулей на 8 гигабайт по 3200 МГц за 1300 рублей каждый. Что же нам предлагает продавец за такие деньги? Для начала совместимость с AMD и Intel, однако ниже красными буквами идет предупреждение, что модули могут не заработать на платах с чипсетом AMD A320 и процессорами Ryzen G-серии, то есть с интегрированной графикой, а также вариациями, где она отключена, то есть в Ryzen 5 5500. Кроме того, мелким шрифтом Атермитер нехотя признает, что использует те чипы, что подвернулись под руку. Информации об XMP тоже нет. На коробке сразу бросается в глаза надпись, что память игровая. Те, кто решил взять ее для работы, расходимся. Также на ней есть ссылка на магазин и даже номер телефона. Но такую мелочь, как технические характеристики, китайцы предпочли не писать. Вам может показаться, что в каждой такой коробке два модуля, то есть китайцы ошиблись и прислали аж 4 планки. Но это не так. Просто треть каждой коробки наполнена воздухом. Но да ладно, коробка на производительности не сказывается, так что переходим к модулям. Они уже традиционно легкие, но хотя бы радиатор не касается элементов на плате. А вот дальше был совершенно неожиданный поворот. Компьютер не захотел запускаться. Вернее, он включился, проходил посткоды и потом просто вис. С третьего раза до платы дошло, что есть проблемы, и она позволила в безопасном режиме зайти в BIOS. В нем память определилась нормально, и сюрприз того же бренда, что и Йонгхиншенг вот эти, то есть Panram. По классике частота выбрана 3200 МГц при 1,2 вольтах, но вот тайминги плата подобрала уже 21-е. Формально в таком режиме память работать должна, это один из профилей джедек, но здесь вновь низкочастотный модуль, насильно разогнанный подвальными инженерами до 3200 МГц. Поэтому сразу выставляю 1,35 вольта и в таком режиме ОЗУ без проблем запускается. И тут выясняется, что китайцы случайно рассекретили свои ранние разработки. Мало того, что память в AIDA64 определяется просто как альтермитер без всяких упоминаний частоты и объема, так еще и дата производства 2000 год. То есть в те времена, когда все использовали SDRAM, китайские инженеры уже разработали DDR4. Это, конечно, шутка, на деле Altermeter просто не смогли верно зашить информацию в SPD, данных по используемым чипам тоже нет, так что правду мы узнаем при вскрытии. К результатам теста в таком формально стоковом режиме вопросов нет, они даже приятно удивляют с учетом 21-х таймингов. 45 гигабайт в секунду на чтение, запись при задержках всего в 55 наносекунд, при этом разгон не пошел.
вообще не пошел. Даже при 1,4 вольта не удалось стабильно взять 3400 МГц. Самый максимум получилось ужать тайминги до 19-х, что снизило задержки до 52 наносекунд. Такой разгонный потенциал откровенно не радует, так что пора вскрыть и посмотреть, какие чипы прячутся внутри. Я тоже ожидал чипы от Samsung, но тут Hynix, и на этом разница заканчивается. Снова чипы разных партий с неизвестной судьбой, ну и вердикт тот же — мусорные модули. На закуску я решил оставить память от Gale. Причина проста. В отличие от всех других протестированных сегодня брендов, Gale начала заниматься памятью еще в 90-е, то есть большая надежда, что этот производитель сделал все правильно. Кроме привычных красивых картинок о том, что эта память игровая и легко настраиваемая, есть и таблица с характеристиками, где нам обещают 18-е тайминги при частоте 3200 МГц и напряжении 1,35 вольта, что намекает на XMP профиль. Коробка у Gale тоже общая для всех модулей, но вот наполнение немножко богаче. Кроме блистера с планкой памяти есть еще китайская гарантийная памятка. Разумеется, при покупке с Али толку от нее ноль, но опять же она подтверждает, что Gale единственный производитель в этом тесте, который действительно задумывается о качестве и гарантии. Сами плашки тоже имеют легкие металлические радиаторы, но с зазорами тут все окей. Также на модулях есть гарантийные наклейки и краткие характеристики, которые подтверждают данные из описания. Вставляем в ПК и в BIOS'е видим еще одно подтверждение нормальности бренда. Модули подписаны как Gale. Как и ожидалось, есть XMP профиль на 3200 МГц при 18-х таймингах, который без проблем применяется. В AIDA память также отображается как Gale, и с XMP профилем плашки проходят жесткий абсолют-тест. Результаты бенчмарка в таком режиме ожидаемо порядка 45 ГБ в секунду на чтение и запись при задержках на уровне 53 наносекунд. Модули дружат с разгоном. Удалось поднять частоту до 3600 МГц, но вот тайминги не ужались совсем. В любом случае, для комплекта на 3200 МГц результат хороший. В бенчмарке AIDA64 удалось получить 49-50 ГБ в секунду при задержках в 49 наносекунд. В итоге у нас тут правильная маркировка в SPD, отличный разгон и гарантия. Неужели мы нашли честного китайского производителя? Увы, нет. Снимаем радиатор и снова видим разномастные чипы от Samsung всех оттенков ужаристости. Признаюсь, это было обидно. До последнего не верилось, что Gale будет мухлевать как Клиссер или Танбаш. Но, увы, реальность сурова. Тут фактически все те же низкопробные модули, просто с красиво наклеенной гарантией. Ну и вывод тут такой же. Эта память идет в мусор. Знаете, после теста множества SSD-шников на рисовом флеше, я думал, что готов ко всему. Но вы просто вдумайтесь. Все 7 комплектов популярной оперативки Салика оказались палью. Набраны они из бэушных чипов разной ужарки, некоторые с перебитыми номерами, половина модулей — это обычные плашки на 2400, насильно разогнанные до 3200 с нарушением всех стандартов. Пару модулей может сжечь вам ПК, а с некоторыми он просто не стартанет прямо из коробки. Что-то похожее мы видели в SSD, но китайские накопители стоят не шибко дороже аналогов у нас здесь с гарантией в России, поэтому брать паль там смысла нет. Но вот с ОЗУ ситуация ровно обратная. 16 гигабайт джазера стоит 2000 рублей. В том же DNS пара самых дешевых модулей DEX на 3200 выйдут минимум на 50% дороже. А за 32 гигабайта KingBank'а на 3600 МГц вы заплатите меньше 3100 рублей. Это дешевле самого дешевого комплекта ОЗУ на 16 гигабайт здесь же у нас в оранжевом магазине. То есть китайцы демпингуют по-черному, что и привлекает буквально сотни тысяч покупателей. В любом случае, я рекомендовать такую память к покупке не могу, один Мао знает, сколько она еще проживет, а напоминаю, гарантия лишь 2 недели с момента получения заказа. Но так как я уже на опыте и знаю, что многих это не остановит, вот вам пару советов по выбору менее хламного хлама. Во-первых, внимательно читайте описание. Если продавец пишет, что на каких-то платформах память не заработает, нет смысла ему не верить. Во-вторых, стоит брать лишь те модули, для которых указан XMP профиль. В данном случае это хоть какая-то гарантия. У нас все 3 комплекта, для которых этот профиль разгона был указан, без проблем с ним заработали.
Планки, для которых указана высокая частота без XMP, лучше обходить стороной. Тесты показали, что это обычные низкочастотные модули с насильно зашитыми 3200 в обход джедок, с которыми они часто даже не стартуют или работают нестабильно. Ну и в-третьих, если вы уж решили рискнуть и сэкономить, покупайте максимально нужный объем памяти. Докупить позже такие же модули у этого же продавца у вас не получится, это будет совершенно другая отбраковка, и новые планки заработают максимум на джедок в 2400. Но самый лучший выход – ловите скидки на память известных вендоров здесь у нас в рознице. Конечно, найти Адату или HyperX у вас по цене Джазера или Термитра не получится, но все же там у вас гарантия и какое-никакое качество. Я уже примерно представляю, что будет в комментах, это было и с китайскими SSD, и с Xeon'ами. Вам предлагаю выбрать из этих 7 хламокомплектов самый лучший. Если вы являетесь пользователем китайской ОЗУ, пожалуйста, напишите ваш опыт, может, что-то порекомендуете. Разыгрывать эти модули в нашем телеграм-канале я не считаю нужным. Если вам нужен мусор, мы сейчас там разыгрываем RX 580 на 16 гигов из Китая. Если до 29 сентября это будет, если вы смотрите этот ролик. В общем, на связи МК, меня зовут Михаил Крошин. Подписывайтесь на нас в телеграм, ВКонтакте, читайте новости. Еще увидимся. Пока.